Когда хозяин дает своим рабам, одному дает 5 талантов, речь идет о талантах золота. 1 талант золота – это 40 килограмм золота. Мера веса – это была тоже мера и денег. В частности, в Библии встречается понятие сикль. Сегодня это израильские деньги, шекель. How much? 8 шекелей. 8 шекелей. Давай 8 шекелей. Это нам не нужно. 8 шекелей, расплачиваемся. Раз. Это? Это 10. Это 10. И... Сейчас мы возьмем. И 8. Спасибо. Шукран. До свидания. Говоря о шекеле, которым мы расплатились за хлеб, я хочу показать настоящие шекели, которые существовали в первом веке. Вот как выглядели бронзовые и серебряные монеты, которые чеканились в Иерусалиме. Но чем интересны эти монеты? Эти монеты чеканились во время осады Иерусалима римскими войсками. В частности, здесь у нас прописано, когда эти монеты были. 6-й год осады, 3-й год осады. И вот интересно то, что монеты 6-го года осады, фактически уже в то время, они были просто обесценены, потому что люди умирали от голода. И что можно было купить за это бронзу и серебро? Ее же на хлеб не намажешь. Но зато сегодня, если кто-то найдет и откопает такую монетку, на рынке она стоит $5 миллионов.